Приветствую, дорогие телезрители. Сегодня мы с вами смотрим на большой участок юго-восточной Хорды от 5-й кабельной улицы и аж доберемся мы с вами до Каширского шоссе. Где-то там вдалеке, в правом верхнем углу экрана виднеется эстакада продолжение северо-восточной Хорды. Мы туда сегодня не полетим, там будет отдельный репортаж. Мы посмотрим, что у нас творится здесь, где у нас справа находится бизнес-центр Persona Grata. И мы видим, что та часть здания, которая меня мешалась, ее уже нету. И Хорде уже здесь тоже ничего не мешает. И уже даже видим, что стоят буровые установки, которые делают основание под... устои, так называемые, да, то есть, где эстакадная часть заканчивается, будет переходить на землю, то есть, дальше дорога пойдет там по земле. Также мы видим вот как раз 5-ю кабельную улицу непосредственно саму, здесь будет пересечение, потому что сама юго-восточная Хорда, основной ход пойдет здесь по эстакадам, а дублерчики, которые будут идти вплоть от улицы Прудключики, будут сюда подходить и будет здесь светофорный объект, скажем так, на первом уровне из двух на этой развязки. Также мы видим, что продолжается перекладка коммуникаций многочисленных, которые мешаются строительству, что-то убирают под землю, что-то выносят, чтобы, опять же, ничего не мешалось строительству Хорды. И что самое интересное, здесь эстакаду будут делать не надвижкой, а устанавливать непосредственно сразу на место. Сейчас мы с вами как раз-таки это увидим. Я специально делаю медленный такой подъем, чтобы у всех вестибулярный аппарат по-разному работает, чтобы не было никаких эксцессов, скажем так. И вот мы видим металлобазу, то есть очень много лежит деталей эстакад. Что-то подсобирают на земле, что-то собирают уже непосредственно на высоте. То есть ставятся временные опоры вот такие вот синенькие, поднимаются автокраном, соответственно, части балок V-образного такого сечения, да, потом они соединяются строителями различными поперечными усилениями балок. Дальше выполняется дорожная плита тоже из металлического листа и, собственно, таким образом получается эстакада. А вот дальше часть, да, которая у нас идет от Нижегородской, мы видим, что произошла недавно очередная надвижка, она уже полностью висит аванбеками над Горьковским направлением Московской железной дороги. Здесь происходит надвижка, но это достаточно просто, потому что здесь дорога идет по прямой, и проще всего на стапеле собирать как раз по прямому направлению эстакаду, нежели в криволинейном. Хотя мы еще криволинейную сейчас с вами увидим в районе МЦК. Вот такие вот у нас замечательные ванбеки, бывшая платформа Карачарова, которая у нас будет на схеме, которая сейчас буквально появится через несколько минут. Теперь это называется все Нижегородское. И вот обратите внимание, что никаких временных опор, можно сказать, в межпути нету. То есть следующая временная опора ждет аванбэк уже с другой стороны относительно железной дороги. Соответственно, мосты железные справа — это у нас само МЦК. Сейчас мы сделаем такой как бы круговой облет, чтобы можно было смотреть, что здесь происходит. Еще раз посмотрим в сторону улицы 5-я кабельная. Посмотрим, как производится сборка на месте пролетного строения. Опять же, здесь металлические балки используются по причине того, что сборный железобетон здесь невозможно. То есть надо было бы тогда опора эстакад делаться в два раза. Ну, не в два раза, а сильно чаще. У нас какая-то электричка отдыхает. Потому что часть электрички, кстати, здесь доходит только до Нижегородской, чтобы дальше до Курского вокзала не идти. Вот, и вот у нас аванбеки такие прекрасные висят уже над железной дорогой. Я думаю, что еще будет либо 2, либо 3 ходки, и уже эстакады встанут в соположение. Вот как раз таки схема, стрелочкой показано, где мы находимся для ориентирования. И вы можете поставить на паузу, посмотреть вот эту сложную развязку в районе Нижегородской улицы, как это все здесь происходит. Вот, а мы продолжаем с вами движение. Видим, что основной ход уже отлично просматривается. Та часть, которая идет от Грайвороновской улицы и сюда к нам, в сторону Нижегородской улицы, уже просматривается. Также просматривается уже основной ход. Пойдет также вот криволинейно в сторону текстильщиков, получается. И вот направо будут ходить эстакады. Вот одну опорку уже видим, еще одну не хватает. Это у нас будет съезд в сторону третьего транспортного кольца.
Справа мы с вами наблюдаем перенос реки Нищенки, да, в свой отдельный коллектор. Почему-то как-то вот работы здесь немножко задвинулись. То есть, да, мы видим старое русло, которое, по идее, должны будут убрать. А вот справа, где вот две трубы торчат, это будет новое русло. И, соответственно, река здесь полностью идет под землю. А мы видели, что, да, ближе к пятой кабельной, там небольшой кусочек от этой реки Нищенки, он идет все-таки по поверхности. И здесь, на самом деле, чуть дальше, ближе к третьему кольцу, тоже она, Нищенка, выходила на поверхность. Там был даже небольшой такой мини-парк, детская площадка, но, к сожалению, Хорда все это дело снесла. И, кстати, от дома, который вот мы помним, да, строение 104, или дом 104 по Нижегородской улице, и от него ничего не осталось, уже на его месте новые опоры, и даже уже виднеются новые балки пролетного строения будущей эстакады. Сейчас мы медленно с вами развернемся в сторону, то есть это у нас Нижегородская улица под нами, а мы разворачиваемся с вами в сторону области, в сторону Рязанского проспекта. Вот видим, у нас ласточка стоит, видать, на ждет выдержки, потому что она очень долго будет стоять, она так и не поедет, пока мы будем двигаться. Делаю вот общий вид. Я так понимаю, что сначала соединят основной ход через Нижегородскую улицу именно в этом месте, потому что здесь все опоры готовы, а соседние опоры, видите, их здесь немножко не хватает. То есть мы видим, работает буровая остановка, рядом лежат обсадные трубы вот справа, где экскаватор. То есть будут только еще начнут, или даже только-только начали забуривать обсадные трубы для буронабивных свай. Ну и мы продолжим движение дальше. Здесь тоже кое-какие опоры видны. Это съезды, заезды на юго-восточную Хорду. И вот самый первый элемент, который был построен, да, чуть дальше, это у нас эстакада разворотная из области в область напротив торгового центра город. Соответственно, это и был первый элемент юго-восточной Хорды, который был построен очень-очень много лет назад, еще до строительства станции метро Нижегородская, которая здесь у нас появилась. И в скором времени сюда примкнет и большая кольцевая линия. Сейчас пока у нас здесь проходит только Некрасовская линия по центральным путям. Здесь сделаем с вами небольшой разворот. Давайте посмотрим с вами на вход на станцию метро Нижегородская. И вот такой вот памятник или памятный знак, что ли, да, такой арт-объект, наверное, это все-таки, где кольца пересекаются друг с другом, то есть, типа, планета, это у нас, типа, город Москва, его центр, и такие, типа, два кольца, то есть, большая кольцевая линия и МЦК. Ну, вечером это еще так интересно подсвечивается, но вот эти многочисленные трассы, конечно, немножко портят вид днем. Ну да ладно. А, точнее, шары, да, это у нас внутри первого кольца. И там схемы линий примерно нарисованы. Здесь мы видим, что одной опоре не хватает, перекладывают коммуникации. Остальные опоры, это у нас съезд с Нижегородской улицы на юго-восточную Хорду в сторону северо-восточную Хорду. То есть, видите, вот у нас такая, да, вот еще одной опоры, мне кажется, здесь не хватает. И вот потихонечку топоры идут-идут вдоль Новохохловской улицы, которая у нас идет туда дальше. Кстати, тоже будет съезд на Новохохловскую улицу со стороны Грайвороновской. И заезд будет от Новохохловской в сторону Грайвороновской улицы. Здесь топоры, и здесь эстакада будет поворачивать через пути Московского центрального кольца и уже соединяться с основным ходом в сторону северо-восточной Хорды. Ну и далее туда, конечно, на север, в сторону трассы М-11. Мы видим, что достаточно большое количество временных опор, как раз вот видите, строитель там что-то показывает, что-то где-то не хватает. Это у нас будет движение, если двигаться от третьего транспортного кольца, примыкание к основному ходу, по-моему, если мне память не изменяет, если схему я правильно смотрел. Здесь вот прям такое хитрое сплетение эстакад, и сразу не сообразишь, куда чего тут будет двигаться. И пока, видите, занимаются временными опорами, возможно, этой частью не занимаются по той причине, что надо сначала доделать работу с основным ходом, все подготовить и потом уже заниматься дополнительными съездами. Также мы сейчас посмотрим на ту часть, где у нас находился дом, тот самый печально известный. Видим, что на складе достаточно много металлоконструкций будущей эстакады. Кстати, тоже видно по их толщине, да, и форме, что это именно основной ход, который пойдет именно здесь. То есть, видите, на складе достаточно много металлических конструкций лежит, да, потому что ждали, вот когда решится вопрос с домом, да, быстренько вот возвели вот три опоры недостающие, тут еще, конечно, опоры будут,
внизу тоже какие-то, в подэстакадном пространстве тоже будут, видите, заезды, съезды. То есть такое сложное инженерное сооружение. И процесс идет, то есть недостатка в строительных материалах, слава богу, нету. Вот мы видим еще две опоры, одна из них еще только в металле, а другая уже в опалубке стоит, скорее всего, скоро будет заливать. И вот справа эстакада, это у нас та часть, которая пошла в сторону третьего транспортного кольца. То есть, если вы движетесь от северо-восточных хорда, вам нужно попасть на третье кольцо, например, да, даже на ту же Волгоградку, либо просто на трешку, чтобы уехать туда дальше, там, в сторону Автозаводской. Вы здесь берете правее, съезжаете вот на этой, по этой эстакаде и уезжаете дальше в сторону третьего кольца. Это вот очень важное такое соединение, именно это. Вот оно прям очень важно, без него прям никак. Вот на заднем плане у нас прекрасный пик строит, по-моему, это называется ЖК «Волжский парк». А мы с вами разворачиваемся и смотрим на стапель, который находится в районе Новохохловской улицы. Да, у нас здесь вот эстакада в такой, в кривой, ну или в повороте, кому как удобней. И, естественно, стапель тоже был построен в кривой. То есть здесь вся эстакада, она вот именно будет поворотная. Мы с вами уже здесь бывали и видели, что в Аванбеке только одной эстакады еще только висели над МЦК, да, то есть та часть, которая подальше от нас. А теперь уже обе эстакады висят над МЦК. Это уже означает, что еще, ну, осталось, наверное, пару надвижек, и эстакада будет в своем проектном положении. Внизу у нас, соответственно, проходит Новохохловская улица. Сейчас движение, по-моему, насколько мне известно, временно там перекрыто. То есть проехать насквозь остальную часть Новохохловской улицы сейчас возможности нет. И вот наблюдаем процесс как раз установки одной из деталей эстакады, да, то есть вот такой вот большой массивный элемент. Его, собственно, установят и потом будут соединять поперечными балками, то есть сваривать, сбалчивать и так далее. Да и сейчас, кстати, да, по поводу криволинейности видно, что эстакадная часть, она, видите, она продолжает делать поворот, хотя дальше эстакада должна идти по прямой. Ну да, еще, наверное, пара надвижек, и все будет готово. Но не будем мешать строителям, продолжим движение. Вот как раз слева мы видим такую вот узенькую эстакадку. Это у нас, видите, с такими поперечными балками полуоткрытыми. Это у нас съезд с юго-восточной хорды. Если двигаться от текстильщиков в эту сторону, съезд на Новохохловскую улицу, для того, чтобы вы могли попасть сразу на Нижегородскую улицу, в сторону области. И также справа будет заезд на Новохохловскую улицу. Вот видно, да, по две опоры эстакад. И примыкание еще до грузовой станции Пролетарская. Вот. Также мы с вами здесь не так давно были. И если вы помните, что вот этот кран красно-белый у нас здесь был, а металлические балки еще на месте не были. А сейчас мы, видите, с вами наблюдаем, что все балки накинуты через железнодорожные пути. Это не может не радовать, потому что вот оставшиеся части элемента металлические лежат справа, как на складе, да, таком временном. И думаю, что в ближайшее время здесь с накидкой металлической части путепровода, да, это же у нас не просто эстакада, а путепровод, потому что он через железнодорожные пути проходит, будет уже готово. Но вот видите, там опорки еще не в бетоне, а только еще в металле выполнены. Но я думаю, что это тоже делов буквально неделю на две, думаю, что не больше. И мы сейчас плавненько с вами развернемся. Опять же, я делал такой задержанный поворот, чтобы можно было взглянуть назад. Да, вот мы с вами наблюдаем, кстати, вон там по МЦК Чемуха, наверное, да, тащит снегочистящий поезд. Да, снегочистилку тащит. Здесь мы видим, да, была возможность сделать небольшой кусочек эстакады из сборного железобетона. Поставить эстакады чуть почаще, ну, опоры чуть почаще, что не может не радовать. И, собственно, сейчас продолжим с вами движение в сторону Грайвороновской улицы. Кстати, да, сквозного проезда там больше не будет. Вот надо будет здесь проехать, где у нас вот, да, стоит строительная техника. И вот проезд будет здесь, направо и дальше в сторону оставшейся части, то есть Грайвороновской улицы. Вот ближе туда, к Волжскому парку, да, вот справа у домов будет, вот у высотных, будет выезд теперь там. А вот сквозного проезда по Грайвороновской улице, как сейчас, вот он здесь сделан, его не будет. Но здесь будет развязка, то есть здесь будут также съезды и заезды на юго-восточную хорду. Но, конечно же, без разворотных каких-то петлей и эстакад. Вот, кстати, справа там перекресток внизу виднеется. Вот как раз отсюда можно будет справа, где вот такое мини-круговое движение, можно будет подъехать.
Здесь, да, у нас тоже идет перекладка коммуникаций. Справа у нас это какое-то сооружение, относящееся к большой кольцевой линии метрополитена. И видно, что здесь используется замораживание грунтов. Видать, они все-таки здесь не очень стабильные. Может быть, по этой причине здесь и дорога идет не по эстакаде, да, а по наземной части. То есть не стали делать эстакаду над Грайворонской улицей, чтобы, ну, не испытывать судьбу с плохими грунтами. И вот мы с вами приближаемся уже к Люблинской улице. Здесь мы видим, что также произведена надвижка от Волгоградского проспекта в сторону Люблинской улицы. И на самом деле даже сейчас будет небольшой кусочек, вставочка в левом верхнем углу. Как эта надвижка происходила? Она происходила ночью, без остановки движения поездов. Вот именно эти две эстакады, видите, их одновременно и надвигали. Собственно, может быть, это частично даст понятие, как происходит надвижка. Вот смотрите, у нас две опоры готовы, и две еще только планируется в ближайшем будущем делать монолитный фундамент для еще двух опор, которых не хватает. Также мы видим, вот тоже постоянно опоры окружены временными, с будущими скользящими элементами. Точнее, там будут специальные прокладки установлены, чтобы аванбэк и металлическая часть эстакады могла спокойно двигаться. Но здесь тоже будут, наверное, еще 3-4 надвижки циклических. Но опять же, да, аванбэки уже у нас пересекли железнодорожное полотно МЦД-2. А то их постоянно путаю. МЦД-1, МЦД-2. Ну а мы с вами сейчас продолжим движение. Да, вот сделаем такой небольшой акцент на данный момент, потому что буквально еще недавно эти аванбэки были на противоположной стороне и только чуть-чуть висели над железной дорогой, буквально там небольшим кусочком. И мы приближаемся с вами к развязке с Волгоградским проспектом. У нас здесь будет достаточно мудреная, достаточно крупная. Впереди рыжее у нас такое здание, это у нас Технополис Москва. Один из элементов, а то я как-то случайно назвал это заводом Рено, нет, это неправда. Также мы внизу наблюдаем стапель, где будет продолжаться сборка эстакады. И видим, вот как вот такая массивная часть эстакады, которая пойдет верхом над Волгоградским проспектом. Вы поглядите, какая мощь, какие толстые поперечные балки, что все вот это вот прям видно, что размер. То есть нагрузка здесь рассчитывается очень достаточно большая на интенсивное движение. И поэтому, кстати, на какой-то аванбэк лежит. Интересно, к чему это. Вот у нас схема. Стрелка показана, где мы находимся с вами сейчас в данный момент, чтобы можно было понять, вот откуда вот эти петли и куда они будут идти. То есть мы с вами сейчас как бы вроде съезжаем с юго-восточной хорды в сторону Волгоградского проспекта. У нас вот здесь две эстакады. Одна из них, которая ближе к нам, это заезд будет на юго-восточную хорду. То есть, да, вы съедете с Волгоградского проспекта и вот таким образом съезжаете на юго-восточную хорду в сторону Печатников. И съезд, то есть, если мы едем, допустим, как мы с вами сейчас летим, вот по этой эстакаде, мы также делаем такой поворот и съезжаем на Волгоградский проспект в сторону области. Если вы спросите, почему нет съезда в центр, а зачем он нужен, если вы можете съехать в центр в сторону третьего транспортного кольца чуть раньше. Для чего вам делать такую петлю, чтобы уехать на Волгоградский проспект в сторону центра? Ну, просто вот логично. Но что многие спрашивают, почему нет съездов? Ну, вот потому что все продумывается заранее, чтобы не занимать больше места. А вот это как раз у нас справа завод Рено. А у Автофрамос, или сейчас он может быть Рено России называется, у них там постоянно какие-то названия меняются. Юридические лица, ну не знаю, посмотрим. Вот у нас строители начинают, я так понимаю, укладывать опалубку для того, чтобы заливать дорожную плиту в ближайшем будущем. Так вот, мы панорамный вид сделаем, и дальше у нас тут будет склеечка. Мы с вами полетим немножко вот так вот издалека. То есть вот у нас рабочие продолжают работать. И давайте посмотрим на эстакаду, которая у нас является заездом с Волгоградского проспекта из области на юго-восточную хорду в сторону шоссейной улицы. У нас вот здесь, вот видите, как, я не знаю, наверное, компания Stalinform все-таки здесь, да, работает. То есть видно, что такая вот огромная опалубка, да, много-много строительных лесов. Вот где оставлен проезд, видите, как хитро сделали. То есть подпорочка такая вот, поперечные балки, и все равно делают монолитную конструкцию, именно монолитную. Видно, что здесь можно как бы на этом сэкономить и сделать ее все-таки в бетоне, в монолите. Есть место, где разместить, да, на долгое время подпорные всякие элементы. Это, конечно, не может не радовать, потому что тоже стоимость строительства. Все в металле сделать, это тоже очень дорого. Его нужно и добыть, и он сильно дороже и так далее. Также мы видим, что временная эстакада с этой стороны у нас уже разобрана. Продолжается возведение
опор Юго-Восточных Орд, а мы с вами сейчас пролетим над Волгоградским проспектом в сторону области, дабы посмотреть на готовность всех опор съезда с Юго-Восточных Орд в сторону области. Ну и мы видим, что в принципе по опорам здесь практически все готово. Справа у нас ТПУ текстильщики. Далее мы сейчас видим с вами вот выход из метро. Вот с левой стороны, с правой стороны. И даже уже, смотрите, уже начали возводить металлическую часть стакана. Вы поглядите, уже на временных опорах уже лежит небольшой участочек съезда. И вот здесь вот у нас съезд будет, наверное, организован так же, как и с ЭВХ на Ярославское шоссе съезд. То есть как бы примыкать, можно будет в сторону Волжского бульвара уехать и в сторону эстакады уже непосредственно в сторону области. Но развернемся с вами на, рядом со стадионом «Москвич». И продолжим свое путешествие по Юго-Восточной Хорде. Вот еще раз посмотрим, что... О, огромное количество, кстати, временных элементов под временной опорой лежит. И здесь, и на следующей части строительной площадки. Если у нас культурный центр, «Москвич». И снова с вами пересекаем Люблинскую улицу. Мы сегодня до нее еще раз доберемся, на самом деле. И также продолжаем двигаться в сторону центра по над Волгоградским проспектом, да, вот сейчас мы с вами пересекаем МЦД-2 на Хабино-Подольск. Еще раз посмотрим на вот эту вот огромную эстакаду, прям видно, что ее мощь, я не знаю, прям как это вот выглядит, прям очень монолитно, очень прям так, ух, прям здорово такая эстакада, и возможно здесь будет, наверное, все-таки не 3 плюс 3, полосы, да, будет, наверное, 4 плюс 4, но посмотрим, не будем загадывать. Мне вот очень интересно, для чего лежит аванбэк вот здесь внизу, для кого? Наверное, вот для этой как раз огромной эстакады, и, наверное, так получится, что от того стапеля они идут в сторону Люблинки, то, что мы с вами посмотрели, а здесь она отсюда пойдет навстречу той эстакаде, которая идет от шоссейной улицы сюда, в нашу сторону. Ну, давайте сейчас посмотрим. Пор эстакады, слева у нас строительство станции метро текстильщики большой кольцевой линии. Здесь у нас почти все опоры готовы, смотрите, пара опор слева-справа стоит. Слева одна опора, только оголовка не хватает. Она у нас перемахнет через открытый участок Таганско-Краснопресненской линии. Дальше тоже у нас опора есть. И вот здесь у нас вот одна опора слева есть, справа нет. Странно. Наверное, вот ее не хватает, надо будет ее в ближайшее время сделать. Также вот у нас везде они идут, парные опоры. Сверху здесь будет установлен, скорее всего, металлический ригель. И на него уже будет опираться основной конструктив эстакады. Вот, кстати, у нас разбирают летающую тарелку потихоньку. Я, на самом деле, специально обратил на нее внимание, чтобы, как исторический факт. То есть сейчас она есть, а через пару-тройку месяцев ее уже не будет. И мы продолжаем с вами движение в сторону шоссейной улицы. Мы видим, что эстакада потихонечку надвигается, то есть, да, ее собирают в районе шоссейной улицы, где она уходит правее, и постепенно надвигают сюда. Какую-то более подробную информацию, на самом деле, можете посмотреть в интернете и, да, в описании на форумах roads.ru. Я могу только вот вставить, как происходила надвижка именно этой эстакады, вот слева в верхнем углу. Можете посмотреть, как это происходит. Именно надвижка. И, собственно, когда очередную часть эстакады соберут, собственно, также будет производиться надвижка с помощью гидравлических цилиндров. Мы с вами продолжаем движение. У нас, значит, старый ход шоссейной улицы, где когда-то был слева, теперь его перенесли направо. А также справа синее здание, это у нас магазин метро. И мы двигаемся с вами к железнодорожному мосту, двухпутному, правда, пока на нем уложен только один путь, и ждем перекладки коммуникаций различных, которые мешают прохождению Юго-Восточных Орд. Вот видите, трубы вот эти надо тоже здесь убрать, потому что они, естественно, мешаются проходу основного хода. Слева, если вот вдоль высотных зданий, вы можете видеть, у нас Люблинская улица проходит, а впереди нас ждет ТПУ Печатники. Мы обязательно сделаем сейчас отдельный акцент на этом. Также мы наблюдаем, что уже готов один мостовой переход через Юго-Восточную Хорду, только еще опоры не все готовы. Когда вы передвинут его, скорее всего, на основные опоры, то есть, видите, справа опора готова, а слева опора еще не готова. Будет еще один такой же мост, только левее установлен.
Потому что здесь должно этих моста быть три. Но это на самом деле по схеме было видно. И вот мы смотрим на ТПУ печатники. Вроде как говорят, что остановочный пункт печатники на МЦД-2 запустят в марте 2022 года. Ну, степень готовности высокая, запустит, не запустит, не могу ничего сказать. А мы с вами сейчас давайте перенесемся и сделаем небольшой акцент на именно ТПУ. Значит, слева под нами у нас находится станция метро печатники большой кольцевой линии. Здесь у нас везде вот такие минимальные будут переходы. Я не уверен, что они будут прям сухие ноги, но тем не менее. Ну, как повезло, что он даже, Машка, видите, по мосту едет. М262, наверное, судя по выхлопу. Да, вот здесь у нас будет три в итоге моста. То есть два из них уже стоит по два пути. Один путь уходит у нас на грузовую станцию. Вот она вдалеке виднеется. Я не помню, на Южно-Портовую, как это там называется. И вот здесь еще один путь, который будет уходить на соединительную ветку в сторону МЦК. Вот давайте еще с другой стороны с вами посмотрим на котлован станции Печатники 2. Справа мы видим, что никаких работ по дороге, которая должна соединить Южно-Портовую улицу, грубо говоря, с... То есть, ну, дорога, третье транспортное кольцо, Люблинская улица, пока еще движений никаких нет. И давайте сейчас подлетим к Люблинской улице. Для чего это делаю? Потому что впервые будет сквозной нормальный проход от Люблинской улицы вообще к станции метро Печатники. Потому что такая вот глупость, вот из этих зданий людям, да, какого-то прямого нормального прохода не было. А сейчас вот, да, где вот в районе гаражей, здесь сделан уже подземный пешеходный переход. И уже таких проблем быть не должно. Вот видим, что здесь продолжают собирать мост. И чуть ниже, вот тут будет сейчас видно, что вот внизу, где вот стоят ребята в желтых жилетках, вот видно, что закрыт. Это у нас как раз подземный переход, который уходит сразу в вестибюль остановочного пункта Печатники МЦД. Два. И вы также можете дальше по переходу. Кстати, вот еще раз хочу сказать, что очень узкие переходы на МЦДшках почему-то, в отличие от МЦК. Почему? И здесь узкие. На Мариной Роще перепроектировали в более узкие проходы. И вот дальше же вот квадратная такая крыша. Это у нас вестибюль станции метро Печатники. Кстати, вот справа внизу это, по-моему, у нас уже выход. А сверху все будет накрываться эстакадами дороги, которая связывает, будет связывать Южно-Портовую улицу с Люблинской улицей. Вот как раз компания Гера ее строит. Вот одна из эстакад, которая уходит. Но пока еще движения, естественно, никакого нет. То есть все это строится в рамках пока еще юго-восточной хорды. Ну, слушайте, возможно, да, в конце марта, почему нет? Сейчас у нас начало февраля. Может быть, действительно, остановочный пункт это запустит, и он уже будет функционировать по полной. Хотелось бы верить. А мы с вами продолжаем движение по юго-восточной хорде. Собственно, юго-восточная хорда здесь пойдет у нас по земле, а верхом вот вся, что эстакадная часть, это у нас дорога, которая пойдет в сторону Люблинской улицы. Вот здесь вот хорошо видно, да, что у нас получается внизу. Юго-восточная хорда идет, вот как раз схема слева, да, вот видно, что вот голубенький слева примыкает эта дорога и уходит в сторону Люблинской улицы. Стрелочка показана, где мы с вами сейчас находимся. То есть юго-восточный хорд здесь идет по земле, а поверх у нас идет как раз-таки дорога, соединяющая третье транспортное кольцо и Люблинскую улицу. Собственно, здесь тоже работы проводятся. Возможно, здесь будет построен только этот участок, чтобы можно было с юго-восточного хорда уехать сразу на Люблинскую улицу, перемахнув через железнодорожное направление, через железную дорогу Курского направления или МЦД-2. Видно, что вот тут тоже вот металлические балки, пролеты различные. Сейчас мы с вами пролетим в створе юго-восточной хорды до платформы Люблино, которая у нас слева находится, чтобы просто посмотреть как бы вперед. Потом мы сюда с вами вернемся, когда посмотрим, что у нас творится на строительстве той дороги. Вот еще раз наблюдаем, да, что почти все опоры готовы, даже в межпутье многие опоры готовы, хоть и не все. И вот здесь у нас дорога будет пересекать эстакадой через железную дорогу, в том числе и путь на Люблино-сортировочное. И здесь у нас дорога будет заканчиваться. Единственное, что значит, да, момент, вот мы видим, что здесь проводится
выстраиванию опалубки. То есть здесь будет монолитная работа в скором времени проводиться. У нас вот слева и справа будут эстакады, которые будут спускаться и уходить, вот, переходить в обычную дорогу. А вот посерединке оставят задел уже под более широкую дорогу, которая пойдет дублером, можно сказать, Люблинской улицы и должна выйти с Ниццы с Люблинкой где-то в районе улицы Перерва. А мы с вами продолжаем движение, двигаться с вами дальше по хорде. Здесь она идет вдоль железнодорожных путей. И вот мы сейчас обратим внимание, собственно, на эстакадную часть. Вот видим, да, что даже несмотря на зиму, здесь продолжается отсыпка, да, дорожного полотна, что тоже не может не радовать. Вот, собственно, у нас сама эта эстакада проходит через Батайскую улицу. На самом деле тут планировалось когда-то с улицей Кухмистрова там большая развязка с светофорным объектом, но Юго-Восточный все-таки транзитная магистраль, которая теперь входит, кстати, в какой-то там московский скоростной диаметр. А еще там можно проголосовать, по-моему, на активном гражданине за название дороги. Но не знаю, какое-то новое название очередное придумали, чтобы максимально уйти опять от старого проекта четвертого кольца с хордовыми ответвлениями вдоль направления железной дороги. Типа, где дорога проходит либо над железной дорогой, либо как-то вдоль. Ну вот, да, мы видим, что эстакадная часть здесь полностью готова. Осталось на какие-то мелкие штрихи. И дальше мы двигаемся. Уже видны и опоры освещения. Слева вдалеке мы видим уже остановочный пункт под названием депо. Также мы видим, что на пути уже нет того домика, который отстоял. Если вы помните, в предыдущий раз, когда мы с вами здесь пролетали, вот как раз где сейчас вот куча мусора, здесь у нас стоял домик. То есть тут было их несколько, что-то снесли, что-то не снесли. И вот видите, все, осталось куча мусора. То есть, в принципе, тоже он уже не мешает. Осталось только вот эту кучу мусора убрать, и дорога спокойно пойдет себе дальше. Было много вопросов по поводу того, что за металлическая вот эта штука лежит. Это дополнительный пролет через Юго-Восточную Хорду, то есть этот лестничный пролет сдвинут правее. Кстати, он даже уже опоры, видите, готовы. И, собственно, ну, как бы, чтобы был спокойный переход наземный от платформы депо в сторону улицы Полбина, которая у нас идет правее. Значит, слева у нас там станция грузовая Люблино-сортировочная. А мы с вами приближаемся к тому месту, где у нас будет связка Юго-Восточной Хорды. Правда, только одной ее половинки, которая идет в сторону Каширского шоссе. Будет съезд и заезд, соединение с улицей Полбина. Сейчас мы на схемке еще раз это посмотрим. Тут как раз все равно левая часть экрана, она особо неинтересная. Я вам ставлю, вот здесь мы находимся, стрелочка указана, где мы с вами летим. И видите, здесь будут такие вот аккуратненькие заезд. То есть съезд на улицу Полбина справа, которая находится, да, и заезд. Вот, и сначала я вам говорил, что это будет с светофорными объектами. Я так понимаю, что никаких светофорных объектов здесь не планируется. И мы с вами продолжаем движение дальше. Вот по ходу дела у нас осталось только одно здание, которое мешается, ну, постройка Юго-Восточный Хорд. Потому что дальше, если вы помните, опять же, по предыдущему видео, у нас здесь были какие-то ангары, еще не снесенные. Сейчас уже, видите, уже ничего не осталось. То есть куча строительного мусора, которое, ну, в ближайшем будущем уберется, и, собственно, тоже Хорда пойдет дальше. Кстати, в этот день, по-моему, как раз-таки был сход вагонов на Люблино-Сортировочную, насколько я помню. Вот. Но не знаю, честно, я не стал смотреть, потому что куча было видео из пабликов различных. Поэтому, но вот это был именно этот день, это, по-моему, как раз все-таки 3 февраля. И мы с вами продолжаем движение. Здесь мы с вами уже наблюдаем, давным-давно у нас перевели движение шоссейной улицы на новый створ, который проходит правее вот здания, которое у нас там находится. Сейчас, одну секундочку. Это у нас подстанция, по-моему, скорой помощи, насколько мне известно. Номер не подскажу. И депо, соответственно, Перерва с остановочным пунктом Перерва. МЦД-2, вот с таким тоже надземным переходом. Ну и, собственно, я так полагаю, что
Здесь тоже будет продолжение надземного пешеходного перехода. Наверное, примерно такой же порядок, как и делают рядом с остановочным пунктом депо. Ну или ну не подземный же переход здесь будет. Ну просто не вижу. Мне кажется, что здесь будет так же вот надземный его продолжат. Потому что каких-то работ по подземному пешеходному переходу я не вижу, честно говоря. Наверное, нет. Но посмотрим. И мы с вами приближаемся к пересечению с улицей Батюнинский проезд, справа которой. Да, а слева у нас подходит, по-моему, Иловайская улица. Да-да-да-да. Из-под железной дороги у нас Иловайская улица идет, а справа у нас Батюнинский проезд. Вот схема, вот как будет здесь выглядеть развязка. То есть вот такое вот полукругового движения на земле. А основной ход юго-восточного города пойдет верхом. Но если вы не заметили, можете немножко отмотать и посмотреть схему поближе. На самом деле специально я так делал, потому что делать схему на весь такой огромный участок в самом начале вы ничего не поймете. Вам все равно нужна привязка к местности, поэтому я решил ради эксперимента сделать именно так. Единственное, что раньше я так делал без звукового сопровождения, а сейчас я хотя бы могу проговорить что-то как. Вот, кстати, если меня смотрят квадрокоптеристы, не делайте так никогда. Лучше так вот не делать. Лучше лететь все-таки верхом, а не низом. И это вот, мне кажется, я что-то заэкспериментировался. Кстати, тоже наблюдаю, что эстакадная часть металла практически готова. Строители потихонечку продолжают создавать, ну, как бы, да, делать опалубку для того, чтобы, возможно, было впоследствии залить дорожную плиту. И вот здесь, кстати, тоже на шоссейной улице немножко поменялось движение, то есть как оно будет происходить, да, то есть посередине будет проходить юго-восточный хорд, основной ход, а слева и справа будет проходить просто вот боковые проезды, относящиеся к шоссейной улице. И дальше у нас юго-восточный хорд уходит в районе платформы Курьянова на эстакадную часть, и получается шоссейная улица сейчас уходит на полностью обе полосы направо, а так вот у нас одна полоса, которая в сторону очистных сооружений пойдет справа, а от очистных сооружений и в сторону перерва, да, будет из-под эстакады вот выходить. Вот прям видно, да, дорожка вот накатана, где песочек машин подвозит. Здесь будет проходить. И вот здесь у нас эстакада огибает здание несносимое. Наверное, люди, которые вот были на четвертом этаже, даже не предполагали, что на уровне окон будет проходить какая-то дорога. Наверное, когда-то. Вот, и здесь у нас эстакада уже опускается на землю, чтобы перейти, чтобы пройти под съездами с юго-восточной хорды на набережную, и чтобы перейти уже в мост через Москву-реку. Так, у нас Курьяновская набережная, будут съезды и заезды, вот как раз у нас ближайший к нам эстакада. Вот как это будет выглядеть, кстати, в натуральную величину. Да, на рендеринге, скажем так. То есть вот эта у нас эстакада, это будет у нас съезд. И вот там же есть заезд с Курьяновской набережной. Дальше это потом будет переходить все в Донецкую улицу. И я никогда вам не показывал. Вот смотрите, у нас Курьяновская набережная. Вот эта вот дорога, которую видите, здесь пока еще 1+1. А здесь будет по факту 2+2. И упираться все это будет в парк технических видов спорта. Сейчас это вот все вот временное пока движение. То есть дальше у нас основное внимание займет мост, новый Сабуровский мост. Он будет такой интересной конструкцией. Да, конечно, конструкция будет не вантовая, но тем не менее интересная. И самое главное, обратите внимание на перепад высот. То есть где слева находится дорожное полотно и где справа. То есть слева оно, можно сказать, на уровне железной дороги, а справа она почти у самой высокой кромки железнодорожного пролета. Вот я делаю, да, такой вот стоп-кадр. И давайте сейчас посмотрим. Да, на самом деле не очень большой прогресс. Очень многие мне говорили, что здесь прогресс не очень такой заметный. Но извините, не так-то просто все дело собирать. Главное, что металлический балок слева лежит вполне достаточное количество. Просто, возможно, нужны какие-то помощники со стороны реки. То есть подогнать какие-то баржи с кранами, чтобы они помогали. Хотя по факту вроде как собирать должны с уже построенной части моста. И если с этой стороны у нас вот есть такой замечательный кран Липхер, то с другой стороны у нас вроде как два таких огромных автокрана было уже на построенной части моста. Но я что-то их там не наблюдаю. И знаете, вот экскаватор, который внизу отсыпает как будто
так вот небольшой берег. Мне кажется, что, знаете, сюда все-таки притащат кран здорового типа Липхера, который продолжит здесь работу. Наверное, все-таки тот кран, который стоял наверху, автокран, он, наверное, все-таки недостаточно мощный, наверное. Но это все предположение, ребят. Я с строителями здесь не разговаривал, не было возможности. Я разговаривал только с строителями мостотряда 4, которые строят пересечение с... Ну, в районе Штейна улица, пересечение с Волгоградским проспектом. Здесь я не успел ни с кем пообщаться. На самом деле не знал, что я так далеко вообще доберусь. Я думал, что мы закончим где-нибудь там в районе улицы Полбина, на этом все. Но я не мог не добраться, потому что обратите внимание, что в районе Каширского шоссе уже накинуты две балки. Тут хор у нас пойдет верхом. И это прям такое знаковое событие, потому что они вроде готовились. Вот, кстати, как будет выглядеть развязка с высоты птичьего полета, тоже рендеринг. Видно, что тоже там задел оставят под съезд в сторону области. И, знаете, как-то быстро-быстро, хоп, появились быстренько временные опоры. Буквально вот недели не прошло, хлоп, уже две балки лежат. Хотя я буквально позавчера в пабликах видел, что лежала балка только одна. И, ну, вот так вот будет выглядеть в законченном виде. То есть, видите, должен быть съезд с хорда и в сторону области. Пока в первом варианте его не будет. И предлагаю вам небольшой вот обзор, как вы всегда просите, с высоты, и заодно посмотрим с вами на то, что творится у нас на Кантемировской улице. И я с вами прощаюсь. Следующий участок хорда будет, наверное, чуть попозже. Возможно, на Mavic 3, а не на Mavic 2. Не болейте, берегите себя и близких. Рад, что вы посмотрели. Надеюсь, что вам такой большой кусок понравится. Всего вам самого доброго. С вами был ваш Кошмариус. Всего самого хорошего и пока-пока.